14 октября из парусной экспедиции в родной город вернулись три омские яхты «Сибирь», «Жемчужина» и «Дружба». Более двух месяцев участники следовали по маршруту «Омск-Диксон-Омск». Экипажи судов преодолели порядка 8 тысяч километров, побывали в самой северной точке страны, а по пути согревались общением и горячим чаем. Ура! Мужики наши вернулись! Ура! Когда шли с Диксона уже домой, то немного штормило. Волна 2,5-3 метра была. Примерно так. Ничего, все выдержали, все нормально. Примечательно, что экспедиция, которая стартовала в августе, была посвящена сразу двум красивым датам. 300-летию юбилея города Омска и столетию поселка Диксон. Поэтому участвовать в столь масштабной экспедиции было приятно вдвойне. Хорошо очень везде встречали, потому что мы шли бескорыстно, что ли. То есть вот мы с открытой душой ко всем приходили, точно так же нас встречали. Это хорошо. Теплее всех омских яхтсменов встречали, конечно, на родном берегу. Здесь были и оркестр, и хлеб-соль, и официальные лица, а также близкие, те, кто очень верил, надеялся и ждал. Во-первых, следили по сообщениям, во-вторых, заходили на сайты всех городов, где проходила яхта, и там по сообщениям следили. И потом наши ребята, они же тоже слали репортажи по ходу путешествия. Так и следили. Всего в регате принимали участие 4 яхты: омские «Сибирь», «Жемчужина», «Дружба» и московская «Апостол Андрей». В тройку призеров в итоге попали 2 омских экипажа. А победу команде принесла яхта «Сибирь», в который раз доказав, что омская парусная школа – одна из лучших в Сибири.